сейчас такие программы редко выходят на телевидении. И не всяких сомнений, сразу после эфира с этой пленки снимут копию, и эту копию отнесут руководству Пентагона. А еще эту пленку будут осматривать ЦРУ, да и вообще заинтересуются все разведки мира. Дело в том, что главный герой нашей сегодняшней программы — самый современный российский танк, о котором известно только одно: как он выглядит, все остальное — скорость, скорострельные стрельбы, вооружение, защита от вражеского вооружения — все это Терра Инкогнита. И все-таки такого красавца страна должна знать в лицо. Итак, тема нашей сегодняшней программы — танк «Армата». «Армата» — Terra Incognita. Only on this program will Zvezda TV viewers see the whole Armata family. The Armata tank, the Armata APC, and the Armata armored recovery vehicle. We'll get inside the crew compartment of the most powerful modern battle tank in the world. And once inside, we'll open fire using an absolutely new cannon. First in the day. Армата открывает огонь. And then we'll go hunting at night. Это Армата. А это полная темнота, на которую наведена сейчас пушка Арматы. About the most advanced Russian weapons, the people who create them, and those specialists who use their access to secret documents to control the most important, and therefore the most secret, military projects of the country every day. Combat approved. Главный танковый конвейер страны, 130-й цех Урал-вагонзавода, он еще и единственный танковый конвейер в мире. Так вот, именно на этом единственном в мире и собирают единственный по-настоящему засекреченный российский танк «Армата». А теперь давайте обратим внимание, как работает этот конвейер. Вот мы видим один танк, второй, третий, но это все не «Армата». Почему? Вы поймете позже, когда мы спустимся вниз. Вот как идет сборка обычного танка, и составные элементы, да, и само изделие совершенно открыто стоят на конвейере. А вот «Армата» даже здесь, в 130-м цеху, этот объект постоянно скрыт от посторонних глаз. И вот сегодня у нас появится уникальная возможность посмотреть, что происходит там, за этой завесой секретности. Technically speaking, the inconspicuousness of the design is also a disguise. They hide the tank from any workers who lack the necessary clearance. But enough with the secrecy. It's time to unveil the secrets of this steel organism. Our first point of entry is the heart. Если вы хотите понять, как выглядит двигатель «Арматы», то добро пожаловать под землю или на яму, как говорят водители. Вот он, тот самый механизм, благодаря которому танк «Армата» движется. Вот это коробка передач, по сути, автоматическая коробка передач. А вот, собственно, сам двигатель. Все вместе это называется силовая установка. In no hurry to be lifted off the ground, this henceforth inseparable couple begins its way toward the armor. The designers of the Armata say that this decision to combine the engine with the gearbox, which is being used on a Russian tank for the first time, will save a lot of lives in the future. As for why, we'll explain later. For now, let's just sort out the engine. Какова мощность этого двигателя? Мощность двигателя является закрытой информацией, но это самый мощный двигатель на сегодняшний день, который установлен в танках, выпускаемых в России.
Those who watch tank biathlon competitions know how our tanks can fly. Even though the Armata is bigger and heavier than its predecessors, it should fly just as well. Moreover, it should be more reliable in operation and easier to manufacture. И вот сейчас наступает, возможно, один из самых главных моментов на этапе сборки – это погружение двигателя в корпус танка. И вот тут возникает вопрос. Вот если все то же самое происходит в реальном бою, сколько времени займет вот такая операция на поле боя? Время замены силовой установки в боевых условиях, ну, как бы не определено, но оно однозначно будет исчисляться часами, а не сутками, как это было ранее на предыдущих моделях танков. The designers of the Armata have built a cult around the terms modularity and interchangeability. For this new tank, this is the essence of a new concept car's ideology as well. In actual combat, the concept of modularity will reduce the time required for repairs, thus saving lives. Используется модульная сборка. То есть одновременно, вот, допустим, сейчас установка катков, да? В это время можно собирать силовой блок. Можно производить монтаж в отделение внутри корпуса. В чем может быть самое главное отличие Армата от обычных танков? Дело в том, что в обычном танке что здесь находится? Башня, а в башне экипаж. Это командир и оператор-наводчик. В Армате этот отсек будет необитаемый. Где располагается экипаж? Экипаж в Армате располагается в передней части, в отдельном замкнутом объеме. Вот это чье место? Это место командира танка. Здесь? Здесь механика водителя. Между ними сидит наводчик-оператор. Вот на этом месте? Да. А для чего вынесли экипаж из той части? Закрытый объем обеспечивает повышение безопасности экипажа во время боя. То есть это и есть та самая бронекапсула? Да. На смену Т-90 на Красную площадь вступает будущее поколение российских танков. Танк «Армата». The world saw the Armata for the first time during the 70th anniversary victory parade. The appearance of the new Russian tank has probably become the most important military weapons event of the 21st century. And not just in Russia. Just look at the headlines of the Western press back in the day. The British Telegraph wrote, "New Russian tanks to receive gun that can burn through a meter of steel." Germany's Der Spiegel, "Russia celebrates its new super tank." And the American CNN explicitly states that Russia decided to show off, and I quote, an advanced high-tech tank. There was, however, a little bit of a snag at the final rehearsal in Red Square. One of the T-14 tanks stopped while the column was driving past Lenin's mausoleum. We'll tell you later what exactly happened at the rehearsal, but jokes aside, the Armata's appearance made the West so afraid that the German and French tank manufacturers merged to form a single consortium for the first time in history. However, this union didn't come as a surprise for Russian tank market analysts. Вы считаете, что здесь прямая связь? То есть они объединились именно после Армата? Они объединились в результате информации об Армате, которая, извините, уже протекает довольно давно. То, что русские выкатят принципиально новый танк, было известно давно. Когда Запад об этом знал? Я думаю, что этот запрос нужно отправлять ЦРУ. Ну, лет 5-10 назад. Лет 5-10 назад. Но они до сих пор не знают всех параметров Армата. Я думаю, что даже разработчики до сих пор не знают всех возможностей Армата. Well, it's time to surprise with the brand new tank's abilities. May we have your attention, please? You're about to see a classic Armata stunt that has never before been shown in public. Вот сейчас мы идем по трассе со скоростью около 40 км в час. Рядом с нами движется Армата, и при этом на этой же, на нашей скорости, она успевает вращать башни на все 360 градусов. Обратите внимание, насколько плавно идет это движение, насколько уверенно там себя чувствует на дороге. Ну, красавица!
We need to clarify that 25 miles per hour is hardly a limit at all. The top speed of this sensation is also classified naturally. But those who have been to Moscow's Victory Day Parade know that the vehicles can drive through Red Square down the Silevsky Slope. To keep the ranks of military vehicles in order, the tanks have to accelerate to almost 60 miles per hour. And the Armata kept this pace that was hardly suitable for a tank. Here, we need to clarify another thing. It's not entirely correct to call the Armata a tank. It's more properly called a platform, which has a standard set, an armored hull, plus the chassis, engine, and gearbox. Then if you place the tower with a cannon on the platform, you'll get an Armata tank, or the T-14. If you can use a combat module with a smaller cannon, you'll get an Armata APC or the T-15. If you can put the guns inside and install a crane instead, you'll get a Battlefield Tank Service Station ARV, which stands for Armored Recovery Vehicle, the T-16. Only when all three vehicles gather together in one place can you find all of the differences between them. А сейчас мы вам покажем номер, который не может повторить ни один другой российский танк. На старт, внимание, марш! Поехали! Это называется вращение на месте. Обратите внимание, танки, когда крутятся, они вообще не выходят со своей габариты. Армата идеально точно стоит на своем месте, словно привязанная. И это значит, что в бою она совершенно свободна, может развернуться на 180, на 360 градусов, и этот номер не может повторить никто. Сколько человек в нашей стране от начала до конца знают все секреты Армады? Думаю, что человек несколько. Это главный конструктор и несколько его помощников. И все? И все. Все остальные имеют частичное знание по конкретным узлам, отделениям. The deputy chief designer, Ilya Demchenko, is one of the select few who knows everything about the Armata. Especially for Combat Approved, he arranged a trip to the most holy place of all for those in the know, the Ural Design Bureau. Обратите внимание, как организована здесь система контроля. У входа в каждый цех стоят вот такие металлические турникеты, через которые пропускают только людей с соответствующими пропусками. This is the birthplace of the legendary T-34 and its modern brothers, the T-72 and the T-90. Journalists have never been allowed in here before. Что вы здесь видите? В данный момент мы с коллегой анализируем результаты виртуального моделирования движения танка по типовой трассе с неровностями, с различными скоростями. It turns out that this is how they design tanks in the 21st century. At first, the designers make a detailed computer model of a tank, and then they go on to subject it to endurance races. Only after that do they turn all their ideas into metal. В чем особенность ходовой части у Армата? На изделиях Армата ходовая часть у нас унифицированная. То есть это позволяет при поломки, допустим, гусеницы на танке, заменить гусеницей с брема. Можно снять с одной машины и поставить на ту, которая можно сейчас важна. Из двух машин по ходовой части собрать одну. Eight forward gears and eight reverse gears is great, of course. But wouldn't it be too hard to control such a vehicle on a simple urban road? Never mind in the heat of combat. Как выглядит Армата снаружи? Вы наверняка видели на параде, но вид изнутри до сегодняшнего дня был засекречен. Вот сегодня у нас, да и у вас есть уникальная возможность погрузиться внутрь знаменитой арматовской капсулы. Так, ох, тяжеленная-то какая крышка. Это я на чье место забрался? Вы находитесь на месте командира танка. Надежное место. Конечно, все сделано для обеспечения защиты экипажа. Well, my dear tank soldiers, watch this and memorize it. In these conditions, you'll soon have to serve and live in the upcoming future. Judging by the number of seats, the Armata's crew has just three members. For comparison, both the American Abrams and the German Leopard and the Israeli Merkava are controlled by a group of four people. However, let's get back to the subject of driving. Тут у нас место механика-водителя. Так точно, рабочее место механика-водителя.
Надо сказать, что здесь посвободнее. Штурвал, как им пользоваться? Есть регулировка в положении по походному, по боевое. Можете вытянуть на себя, зафиксировать. Удобно. То есть я подстраиваю под рост. To your height and for the desired control mode. Two pedals, throttle and brakes. The gearbox, speedometer and tachometer. Everything here is like a regular car. But most importantly, the Armata has a control wheel instead of the usual tank control levers. То есть, еще раз, скажите громко для всех танкистов, что здесь уже нет никаких рычагов, руки у механика-водителя только вот на этих рукоятках штурвала. Да, здесь рычагов нет. Руки механика-водителя на рукоятках штурвала. Долго они об этом мечтали. Another piece of good news for future tank soldiers. The seats in the Armata are really comfortable. You almost lie down in them, like in a sports car. Максимально сколько времени должен находиться экипаж вот в такой позе? Требования заданы тактико-техническим заданием Министерства обороны. Как минимум экипаж в течение суток может вести сутки безвыходную из машины работу. Не вылезая отсюда? Да. Именно поэтому и выбрали вот такую удобную посадку, чтобы ни руки, ни ноги, ни спина не затекали. В том числе из этих соображений. Но абсолютно верно, главное требование – это эргономика. While I sit in the driver's position, it's time to tell you all about the accident at the Victory Day parade. The key to this story is that the main hero is not the tank itself, but its driver. Танк не заглох, он просто остановился, потому что механик-водитель пытался выровнять машину по линии возле мавзолея. И абсолютно случайно, на мой взгляд, здесь не его вина. Он, безусловно, как и все люди, переживал, волновался. Он случайно нажал на педаль тормоза. Тем самым практически просто остановил машину. А после этого, когда остановил машину, он не смог сориентироваться. Вот, я не знаю, известно вам или нет, машины на параде 9 мая вели солдаты-срочники, годичники, призванные... Не побоялись доверить им такую, откровенно говоря, ответственную задачу? Были опасения, честно скажу, но меня волновал не процесс освоения бойцами этого изделия, а их морально-психологическая подготовка, поскольку, ну, парад, Красная площадь, все-таки это нагрузка больше моральная. Но в целом 9 мая все прошло успешно, и эта машина максимально проста в управлении. This is another part of the new tank's ideology. Despite all of its design complexity, one must be able to operate it after only a month of driving lessons. Our regular civilian driving school requires 2 months of instruction. And here you need to learn to drive a tank in just 1 month. All right, a first timer will master the brakes and throttle. But what would you do when you are under fire? Вот представим такую ситуацию. Армата на поле боя. С одной стороны подлетает одна ракета, с другой стороны другая. Вот что делает экипаж с этими ракетами? Все системы активной защиты, они работают автономно, без участия экипажа. Армата сам сообразит и уничтожит эту ракету. Именно так. A tank is considered to be an easy target on the battlefield that would last a mere 10 minutes in combat. In fact, this is not quite true. For example, a lot of our tanks survived the Great Patriotic War from the beginning till the end without being hit a single time. Clearly, this was mostly luck, rather than the armor or the actions of the crews. But luck and armor won't help against modern anti-tank weapons. A grenade launcher. An anti-tank mine, or a guided missile, will blow even the most protected tank to pieces. A fatal outcome is all but guaranteed for the vehicle and crew alike. But this was before the Armata. The new Russian tank has not one, not two, not three, but four complete defense systems. The first one is comprised of new stealth technologies, materials and paint which make the tank invisible to enemy radar. The second is the active defense system, or what we could otherwise call electronic countermeasures. They form an impenetrable electronic shield from all types of homing missiles and magnetic fuse mines. Should an enemy try to, say, measure the distance to the tank with a laser beam,
The defense will set off a metal particle smoke screen, and the tank will vanish in it. Finally, the third layer is the armor, which additionally enhanced from the outside with the fourth and final attribute, explosive reactive armor. При попадании в эту динамическую защиту срабатывает взрывчатое вещество, которое разрушает, направленно разрушает боеприпас. Moreover, this ultra-reliable fourth layer pastry is installed both on the tank and the APC versions of the Armata. Первое впечатление, когда поднимаешься на борт, неважно, танка Армата или БМП Армата, какое же все-таки удобное здесь вот это покрытие. Идешь и не боишься упасть. Впрочем, куда важнее здесь покрытие совсем другого рода. Вот это все, что это такое? Это унифицированные с танком и БРМом комплексы и системы активной защиты, выстрелы защитные, многоспектральные датчики угроз. Что касается вооружений, мы здесь видим пушку, видим пулемет. Вот это что такое? Это пусковые установки противотанковых управляемых ракет. Корнет. Корнет. The Carnet system is capable of destroying not only tanks that use state-of-the-art anti-projectile protection, but even airborne targets as well, like planes and helicopters. When it comes to the combat module, it is the same as the one on the new Kurganets 25 APC. This was another premiere in addition to the Armata, which was announced at the 70th anniversary parade. Now, let's look closely. Here's the Kurganets APC, and here's the Armata APC. Now, a question arises. Why would our armed forces need two absolutely new, but completely different APCs? We can explain. The Kurganets is less heavily armored and lighter, but it can swim. What about the Armata? Когда спускаешься в моторный отсек, первое, на что обращаешь внимание, это вот эти турбины с лопастями, которые очень похожи на водометный двигатель. На самом деле это вентиляторы системы охлаждения двигателя. Дело в том, что Армата по определению не должна плавать, но с водой она справляется. Как? Она перемещается по дну на гусеничных двигателях. То есть весь этот отсек моторный, в котором мы сейчас находимся, он будет загерметизирован. Да. Technically, it wasn't the APC that we showed you disassembled, but the Armata tank. They have the same swimming abilities, but the arrangement of their internal organs is different. And the difference is extremely critical. Let's take another close look at the Armata APC. А пламя здесь откуда? Это работает дополнительный агрегат питания. То есть здесь расположен двигатель? Да. Сзади. Для того, чтобы обеспечить наилучшую защиту экипажу и десанту и обеспечить спешивание мотострелков в наиболее защищенной части машины. А еще обращаю ваше внимание, здесь есть телефон, по которому можно связаться с десантом и, например, дать ему команду. Поехали! Работаем! The troops taking part in our training are from a strategic missile forces unit. At first, we practice a combat dismount in the daytime. Then we start the nighttime maneuvers. Ну вот, на выход группы из 6 человек ушло 3 секунды, а теперь я прошу десантников вернуться назад. Для чего мы показали этот эпизод? Для того, чтобы вы понимали, что в этом проходе совершенно спокойно умещаются 2 человека, а значит, выброска десанта может проходить вдвое быстрее. Ни одна другая боевая машина пехоты прежде такого результата не давала. Moreover, no other APC has ever had armor like the Armata. This means that for the first time in history, an APC can move alongside main battle tanks and even let soldiers dismount on the front lines. Infantry commanders couldn't even dream of this before, since regular APCs have armor that is far too thin. This is one of the reasons why soldiers usually sat on top of APCs or IFVs during the route marches. After all, it would be cramped and stuffy inside, and any shot from a grenade launcher would turn the vehicle into a mass grave instantly. The T-15 is a different story. Какой экипаж в этой машине? Экипаж машины 3 человека. Машина берет на борт 8 десантников. Есть одно запасное место. В итоге максимум 12 человек. И теперь это самая мощная из всех бронемашин пехоты в нашей армии.
Да не только в нашей армии. В части защищенности этой машины нет аналогов в мире. Защищенность на уровне танка. Even the seats in the T-15 are equipped with protection from mines, in fact. They're attached to the walls, not the floor, in order to protect soldiers from the shockwave that hits the hull floor if a mine explodes. Вот это все пространство, это одна большая бронезащищенная капсула. Да, именно так. И не просто защищенная, это капсула, которая локализует, отделяет десант, экипаж от топлива, от масла. Боекомплект боевого модуля также вынесен, он находится в самом боевом модуле. То есть здесь только экипаж, десант, ну и личное оружие десанта. It means that neither fire nor smoke are able to penetrate into the cabin, which also has nuclear weapon protection. Speaking of the cramped space and stuffiness, the passages and openings in this vehicle are wide, as you can see, and the AC is extremely powerful. Trust me. Экипаж, три человека. Здесь чье место? Место наводчика оператора. Это командира машины справа впереди и место механика водителя. The control system in the T-15 is the same as the T-14. A control wheel instead of levers, screens instead of windows. The vehicle is stuffed with advanced high-tech electronics. Помимо аппарели у арматовской БМП сзади есть и обычная дверь, а у этой двери есть секрет. Это амбразура, в которую при необходимости можно вставить автомат Калашникова и отстреливаться из этого автомата, когда других средств просто не осталось. But even if an accident happens to a tank or an APC, they won't be left all alone on the battlefield. The armored recovery vehicle will come to the rescue. А вот эта ремонтная армата нужна для того, чтобы выносить с поля боя точно такую же, только раненую армату. Вес, который она поднимает сейчас, около 2 тонн, это копейки по сравнению с ее возможностями. На что способна эта машина? Она может поднять как башню танка, так и силовой блок. А раненый танк из-под огня как она будет выносить? У нее есть механизированная сцепка, которой она обеспечивает вывод техники из-под огня противника. При этом экипаж не выходит из танка. То есть в автоматическом режиме подходят какие-то, ну, своего рода клешни, хватают армату и... Да, и эвакуируют ее. Тянут за собой. При этом вокруг разрываются снаряды, пули... И все находятся защищенные. Говорят, что даже вот эта стрела здесь пулеустойчивая. Так точно она сделана из бронированной стали. Ничего себе. Besides the armored crane, the recovery vehicle has a hoisting gear, a dozer blade, and welding equipment. There's also a toolkit that no other recovery vehicle has. Это модуль боевой с пулеметом калибра 12,7. Ну, как я уже сказал, машина имеет необходимую защиту от противотанковых средств. Это модули динамической защиты, экраны противокумулятивные. В составе есть система противодействия высокоточному оружию и система защиты от мин с электромагнитными взрывателями. We should also note that all of the Armada's electronics make up one of the brand new tank's most classified details. Вот что принципиально нового появилось на Армаде, чего раньше нигде никогда не было? Ну, во-первых, это открытая архитектура всех систем, цифровые высокоскоростные каналы взаимодействия систем между собой, многократное дублирование функций и каналов взаимодействия. То есть, по сути, танк, он представляет из себя полностью компьютеризированную машину. The open architecture follows the same principle as the modularity concept in construction. It means you can upgrade any part of the electronics anytime. Say that a new electronic vision system appears on the market. It is immediately installed in place of the old one. The designers call this computer superbrain, the Combat Information and Control System, or CICS. It's responsible for each of the Armada's functions. Control, sight, movement, and shooting. By the way, when it comes to shooting, the Armada is once again ahead of the curve. То есть, по сути, весь процесс управления, система управления огнем, он приближен к компьютерной игре. То есть, все выводится на дисплее наводчика, командира, и оператор по изображению каналов технического зрения наводит марку на цель, измеряет дальность и поражает ее. Let's get back to our first-person shooter. To do that, we climb inside the hatch once again. This time, the designers point out the group of screens. Любой солдат, изучивший матчасть, в течение короткого срока может освоить работу подобными системами, учитывая то, что интерфейс
максимально приближен к современным средствам мультимедиа. Интерфейс настолько простой, что ну, ребенок может. Абсолютно верно. Сенсорный экран, многофункциональные органы управления. Все доступно, понятно. Even though the Armata has a crew of three, it can be fully controlled by two. The commander can fire all the onboard weapon systems without any help from the gunner. And that's another record which has just been set by the Armata. Смотрите, я сейчас поднял прицел практически на небо, то есть она как и зенитная установка может работать, эта Армата. Есть дистанционно управляемая пулеметная установка, которая интегрирована с прицелом командира. A machine gun is good, of course. But we understand that the main tool for a tank is the cannon. By the way, the Armata is named after an old Russian cannon from the 14th century. It's the Latin word for gun. Здесь абсолютно новый тип пушки установлен. Это последняя модификация 125-миллиметровой пушки. Она специально создана для необитаемого боевого отделения. Могущество этой пушки значительно повышено. However, even a conventional cannon is a powerful weapon. Able to hit a target 3 miles away with precision. Well, it's time to test the main weapon of the Russian main battle tank. Ну а вот сейчас будет знаковый момент, то что даже здесь на Урал-вагонзаводе видели немногие. Танк Армата открывает огонь. Ох, говорят, шарахнет. Все поэтому. Как вам результат? По-моему, очень даже неплохо. Результат хороший, впечатляет. Мне нравится. А вот эти линии, это что такое? Это оперение стабилизатора снаряда. То есть такой характерный след оставляет. То есть для того, чтобы снаряд в полете не закрутился, держался ровно. To witness this from a distance is a completely different experience than sitting inside the tank during the firing process. So we decide to load another shot. Мы находим цель, производим захват, цель безопасности, выбираем активное поле зрения, через которое будет производиться выстрел, по необходимости подстраиваем изображение. Так, вы выровняли перекрестье свое с перекрестьем мишени. Подстраиваем видеоизображение. Навели резкость, как мы говорим в таких случаях. После этого выходим на связь с руководителем. Первый танк. Order received. The arm button is pressed. The cannon loaded. The index finger on the fire button. Дмитрий, салют. Если вы готовы, можно вы готовы? Наверное. Первый, я там. Если вы готовы. The several seconds of waiting seem eternal. For the first time, we are going to show you how the Armata crew operates in combat mode. Even the fire preparation was classified until today. Выстрел готов. Огонь. Огонь. Готов. Огонь. Да. Нет щита. Нет щита. Выстрел произведен. Вынесли. Так все-таки, если бы сейчас выстрел был бы из обычного танка, трясануло бы побольше. Слышимость будет больше, чем в среднем танке. Ну, отдача, надо сказать, что небольшая. Очень мягкая. Очень мягкая машина. The Armata can perfectly detect targets not only in daytime, but also at night. А теперь от ночных стрельб переходим к ночному прицеливанию. Это Армата. А это полная темнота, на которую наведена сейчас пушка Арматы. Чтобы вы понимали, насколько сейчас темно, я прошу операторов выключить свет и погружаюсь в кабину танка. Обращаю ваше внимание, сейчас в танке никого нет. Я один. Влезаю в него. Несмотря на то, что в танке сейчас никого нет, мониторы работают. И вот обращаю ваше внимание на вот этот монитор. Что мы видим? Мы видим, что происходит наблюдение за неким движущимся объектом, в данном случае за
автомобилем. И несмотря на то, что здесь, внутри, повторяюсь, в танке нет никого, «Армата» идеально точно ведет заданную цель. Это называется режим автоматического сопровождения. Сказали танку сопровождать цель, он и сопровождает. But there's more. The automatic aiming is just a small part of a much bigger idea to make main battle tanks as remotely controlled as possible. И это вот такой эволюционный путь к созданию дистанционно управляемых изделий и к созданию роботизированных изделий, в том числе автономно функционирующих. То есть пройдет время, и вот этот танк «Армата» станет классическим роботом? Но «Армата» все-таки это проект экипажных машин. Полностью безэкипажные роботизированные машины, они будут выглядеть по-другому, это безусловно. Но для их создания необходим технический задел, необходима отработка многих технологий, конструктивных решений. И вот эти технологии, эти решения в «Армате» уже реализованы. Сказать, что еще лет 10, 20, 30 информация о нем будет засекречена? Ну, лет 25 точно. Strictly speaking, it's the manufacturing process of this vehicle that has always been the most classified military secret, not the design. What you've seen in this film is at most 1% of what the Armata is capable of. That means that the Armata will keep on surprising us in the future. According to the old Tagil tradition, the performance of a newly designed vehicle has always been higher than the designers promised. Despite how hard our foreign weapons competitors try, the Armata will always be several steps ahead. Пока они нас будут догонять 10 лет, 15 лет, мы, безусловно, шагнем, сделаем еще больший шаг вперед. Нас не догонят.